Дамы и господа, всем большой-большой привет, с вами снова Блейд, и у нас сегодня ничто иное, как Gates of Olympus тысячные. Ох, честно скажу, мне Солд уже перестал давным-давно заходить, но я знаю, что многие любят деда. Ладно, именно для этого, для тебя, кто его любит, этот видосик, а ты прожми лайкосик и подпишись на канал, ролики здесь выходят на ежедневной основе. Поехали смотреть, будем идти сегодня на повышение. Депчик 35к, постараемся с 35к подняться. За 3200 начнем бонуску. И будем каждую бонуску стараться увеличивать. Но опять же, посмотрим по сессии. Формат видосика именно будет в таком, ну, в таком формате будет видосик протекать. Если вдруг каким-то чудом удастся заловить сегодня хорошие бомбы, я буду, конечно, в восторге. Но в целом хочется поднять немножечко с 35к. Немножечко хочется подняться. Давайте глядеть, давайте смотреть, что он будет нам ставить. Если ты участвуешь в моих розыгрышах, смотришь мои видосики, да, то для тебя будет кодовое слово немножечко попозже. Если ты просто наткнулся на этот видосик и хотел бы тоже там участвовать в розыгрышах и что-то там, скажем, выигрывать, какие-то там средства за просмотр таких же видосиков, да, то тебе, дружище, нужно просто подписаться на мой телеграм-канал. А ссылочка на мой телеграм-канал находится у меня в профиле моего YouTube-канала. Захочешь, найдешь. Поехали смотреть первый бонус за 3200, пока. Ну, слушай, иксо, кстати, более-менее. Может, колечки не достали. Иксы, кстати, более-менее раскачались, целых 15 иксевичей. Но 4 спина осталось. Так. Так. Голубые играют. А колечки могут сыграть каким-то чудом? Могут. А одна желтенькая может сыграть? А вот одна желтенькая уже не может. Ну, бонус как купная первая. Окей. Первая бонуска купная. Три спина еще есть. Может, еще и поставим что-то хорошее? Или пустые дашь три? Как обычно это бывает. Окей. Ну, идем на повышение. Как я говорил, следующий у нас 4800. То есть, такой видосик будет. Не знаю, до какого момента мы дойдем. До какой ступени мы дойдем. Но либо он что-то жесткое поставит нам, да? Первый вариант развития событий. На какой-то из ставок. Либо просто мы там даст 4 бонуски в ряд пустых, и собственно, балик будет 0. Но пока вроде бы плюс-минус, тьфу-тьфу-тьфу, дедуля. Что-то пытается ставить, окей. Окей, это нам нравится. Давай, делай найс почаще. Почаще делай найс, почаще делай мега, почаще делай сенсационал. Всякие вот эти штучки, дрючки. Давай. Давай. Ну вот они, пустые спинчики, да, подъехали. Или поиграем. Так. Зеленые. Желтые, зеленые, как-то. Ну, иксовочка опять добротная. Слушай, опять иксовка более-менее. 13 иксов, окей. Полбонуски отдал. Продолжай. Блин, ну как давно я здесь не видел каких-то бомб хороших. Очень давно. Очень, даже X50 очень давно не видел. Как будто бы, не знаю, вот последний, ну, не то, что последнее время, а уже вот, сколько последнее время, ну, последние месяцы 3-4, заловить здесь что-то прям жесткое, как будто бы вообще на уровне невозможного стало. Ну, смотри, вторую бонуску подряд плюсуют, окей. Ну, вот вопрос сейчас будет в том, мы сейчас пойдем на повышение, ты как, продолжишь так же играть, или ты сейчас дашь 0 на барабане? Пока все замечательно, пока мне все нравится. Пока сессия прям приятная для деда. Но опять же. Сейчас начнем за 10 брать, там, за 8. 20 иксов, один спин. Может, еще что-то сыграет? Окей. Принимаем. 55. Ставочка, 5500 бонуска. Ну, давай третий вряд ли купим. Просто X500 бомба и все. И на этом можно заканчивать это все дело. Вот она, за что я говорил. Вот она, за что я говорил, да? И именно это я имел в виду. Ну, не факт, конечно, еще, но... Как будто бы похоже на пустые. Одна голубенькая. Икса, может быть, качнем? А икса? И одна корона мне. Ну, вот тут можно икса кинуть, конечно. Почему не тут тоже можно? Да и тут можно, какая разница. Все равно не играет. И тут можно. Понял.
Пустая бонуска. Только повышать начали, сразу пустенькие пошли. Окей. Не, в эту бонуску точно не верю, поэтому тут особо надеяться не на что. Оно изначально было понятно. Кто в деда часто играет, он плюс-минус тоже понимает вот поначалу бонуски. В большинстве случаев тоже такое, типа, как относительно скрипта есть у него. Там, как первые 5 спинов отыграли, плюс-минус человек понимает, окупится ли у него бонуска или нет. Но тем временем у нас 6400 уже бонуска идет. 6400, по 64 ставочки. И снова пошла кутерьма пустая. Ммм, вкуснота. Прикормил, так скажем, на нищих бонусках. Ну как на нищих? На недорогих, да, чтобы никого не обидеть. На недорогих бонусках прикормил. И все, собственно говоря. А дальше зачем? А я тебе все иксы уже за те две бонуски отдал, говорит он. Понял. Так. 500 рубликов отдает. 600. Ну, тут в эту бонуску я не верю. Пустая будет. В эту бонуску я тоже не верю. Пам-барабам-пам-пам-пам-барабам-пам-пам-пам. Мы, конечно, последний стримчик знатно занесли. Очень знатно занесли. Как будто бы есть финансы и средства на ДДПы. Но, опять же, не хотелось бы. Очень сильно не хотелось бы. Давай посмотрим, как по 8000 поиграет бонуска. Не хотелось бы додепывать, не хотелось бы улыбиться, не хотелось бы брать дорогие бонуски. Хотелось бы вот по этим бонускам просто занести и все. И все. Какую-то красивую X100 поймать. С первого спина и красота. Давай. Иксовку сюда, бам! Походу пустая. Но не факт. Но там надо было ставить. Там надо было ставить икса. Ладно, вернул иксовочки чуть-чуть. 8 иксов, 11 спинов. Потенциал есть. На окуп точно есть потенциал, может даже поболя. Все зависит от того, как дальше будет играть. Но здесь, скорее всего, ничего не срастется. Или зеленые. Нет, часиков одних не хватило. Корон вообще нету. Так, ну и вот икса хорошая, действительно. Икса сейчас нормальная. Целых 17 иксов. Хорошо. По иксам очень добротно. Надо просто ставить теперь что-то, сыгровки какие-то хорошие. Так, а желтая, одна. Есть желтенькие, а тут, наверное, больше ничего, к сожалению. Красненькое одно не хватило, окей. Пол бонуски отдал, 7 спинов еще есть. 2 зеленых. Одна всего лишь, понял. Ну тут... Без потенциала какого-либо. Две фиолетовых и две красненьких. Понял. Походу дальше пустые будут спины идти. Мы только остановились, потому что почувствовали какой-то потенциал. А он почувствовал, что есть потенциал и перестал что-либо ставить. Желтая. Икса сюда, бухай. Есть Иксевича, есть. Пойдет спин хороший. Хороший спин, добротный. Вернул, чуть-чуть вернул. Ну как, 3000 плюсов, по сути, от покупки бонуски. Поэтому здесь те две бонуски пустые были полностью. Ну как бы пока такое себе. Фиолетовую одну икса. А теперь икса. Ну, пожалуйста. Икса. Ай, икса, дай, дедуля. Увы, и ах, а был бы хороший спин. Но мы идем на повышение. 9000 бонусов. Поехали. 9000 бонусяндра стоит. Поехали смотреть. Фриспинс. Поехали смотреть. Немного. 5 иксов пойдет. Еще. О, хорошо, 8 иксов. Вот это хорошее начало. Хороший старт, окей. Может быть. Ой, случайно. Этот спин случайно скипнул. Так. Так. Там. Ляпа. Фиолетовая. Одну фиолетовую доставил. Пустая бонуска будет. Что-то попахивает пустой бонуска, как будто бы нет. Как будто бы так, ну, прям хорошо попахивает, пованивает даже. Пустенько, как будто бы есть такое внутри. Найти. Один кубок.
Ну, за 9000 бонусов 2600 удал. Окей. 9600, поехали смотреть. 9600, поехали смотреть. Да-да, нет-нет. Так. Так. 3 икса забрали. 3 икса в кармане. Надо больше. А, ну, походу, пустая, да? Еще одна. Голубые сыграют? Есть голубые. А больше ничего не с икса. Ну, ой-ой-ой, хорошо, еще икса! О, ну, 10 иксов, 10 спинов. Не знаю, не знаю, не знаю. Так. Желтые. Желтые есть, икса. Ну, икса вроде проставляет, но нужна хорошая сыгровочка. Какие-то короны, чтобы сыграли. Какие-то короны было бы хорошо. Какие-то короны было бы отлично увидеть здесь. Как будто бы чувствую, что окупится бонуска. Как будто бы чувствую по игре, что должна окупиться. Икса. Ну, икса, дай сюда! Да падла, собака, поднимай ты свою руку, козел! Но сейчас уже не чувствую, что должна окупиться. Почему-то я был уверен, что руку поднимет на том спине. Но нет. Увы, ах. Вот только лишь половина. Только лишь половина. Старый козел, старый козел. За 11. На повышение идем. Не изменяя традиция. Возможно, если сейчас дает 0, возможно. Возможно, будет небольшой додеп. Возможно. И возьмем прям подороже. Прям, ну, типа, не следующая ступень, сколько там, 12, да, она будет стоить, если не ошибаюсь, чуть подороже. А возьмем прям такую, добротную. Тысяч за 25, может быть, за 30. Заулынимся прям, ну, нормально. Но может, и это даст x300, и уже будем мы в строю, но пока что по игре дает 0. И, скорее всего, это будет нулевая бонуска. Скорее всего. Поэтому, скорее всего, мы будем сейчас додеповать. Пытаться улыниться на какую-то более... Ну, рисковать, наверное, да? Икса еще дашь? Ну, нормальная сыгровка, да, казалось бы. Вот, ну, хорошая. 3800. Ну, супер. Ну, блин, это же один спин единственный в этой бонуске, и все. Опять только лишь половина. Опять только лишь половина. А нам нужно не то, что половина. Нам нужно x400, x500 от этой суммы ловить. По-другому никак. Короче, давайте, наверное, я рискну. Сейчас для вас это будет моментально, сиюминутно. Я додепаю и попробуем взять подороже. Попробуем взять подороже. Ребята, я снова здесь. Додепа на порядка 25... 20 тысяч рублей. Да, 20 тысяч рублей. Ставочку я для себя выбрал. Да-да, нет-нет. Да-да, нет-нет. Да-да, нет-нет, да будет свет. Пальчик вверх. Сердечко. Поддержите меня, пожалуйста, лайком и понеслась. Просто дай x300. Колечки, чудом колечки. Есть колечки. Ух. И ретригер есть. Хороший, хороший бонус. Плюсовая. Ретригер есть. Давай еще поиграем. Просто вот еще поиграть хорошенечко. 21x уже есть. За что ты? За что ты это делаешь? Ну такой потенциал. Ну поиграй, блин, еще. Поиграй еще. Давай красных еще. Давай. Хорошо. Еще. Зеленых. Пойдет. Пойдет.
Есть контакт. Есть контакт. Пробиваем. Еще 8 спинов. Играть. Старый, играй. Голубые. 31x. 65 тысяч бонуска дала. Кубки не сыграю, да? Сыграли. Икса сюда, икса сюда. Поднимай руку. Ай, один кубок не хватило. Да ёб твою за ногу, блин. Ну что? Да как будто бы идеальный расклад. Как будто бы, ребят, честно, не хочу рисковать. Я уверен, что сейчас я рискну, он меня нахер замажет. Вот я почему-то уверен на 100% в этом. Вот следующая, одна бонус, которая более-менее дала, все, которые мы сегодня брали. Ребята, давайте тормознем, давайте остановимся. Вот такой получился видосик. Да, не какой-то сумасшедший занос, но камбэкнулись. Плюсанули, да, хоть там немного плюсанули, но плюсанули. Плюсанули, камбэча есть, ну не дает он каких-то больших бомб. Я не знаю, как у него большие бомбы заловить, честно. Я хотел в этом видосе что-то хорошее, интересное заловить. Но он их просто не дает. Ну давай, окей, там плюсов где-то у нас сейчас 25 тысяч, да? Давай вот чисто ради интереса, вот на плюса. Это вот так. Возьмем еще одну бонуску на плюса. Если не дает, просто на выход. Просто на выход сразу. Одну бонуску пробуем, плюсовую. Да-да, нет-нет, и на выход. Ну, как будто бы невозможно, чтобы он сейчас поставил какие-то бомбы большие. Да, даже не пролетают мимо. Даже мимо, даже X50, X25, там не можно не цепануть ничего вообще. Икса, пожалуйста, сюда можно увидеть. Ну так, чисто вот, ручку на X2 хотя бы. И еще ручку подними. X2 есть, но это слабо, конечно. Сыгровка такая приятная, ну, X2. Ну, если это пустая бонуска, что и стоило ожидать. Я как чувствовал, что ну нет смысла брать, надо постанавливать. Не игра, он не играет слотом. В целом он не играет сегодня. С чем я сюда зашел, не знаю. X4 умножишь, ну, толку-то X4. Еще X дай. Он сегодня вообще жадный на X, смотри, вообще руку не поднимает. Ну, X2 еще раз. Ладно. Да не найс-то мало. Две такие жирные сыгровки с нищими иксами. Еще икса. Ретриггер, а что там? Хоть иксы пошли. Блин, прикинь, там еще бы кубки сыграли бы или что-то еще. Хорошо. Неужели сессия подъехала? Неужели подъехала сессия какая-то? Сейчас будет плюсовая бонуска еще одна в ряд. Вторая в ряд по большой ставке. Ну пожалуйста. 7 тысяч еще вернуть надо. А уже 5 спинов пустых следом поставил. А зачем давал ретриггера, чтобы сделать что? Обмануть? Понял. Икса? Икса? 10 спинов пустых, ребят. Ну после этого, честно, я не хочу брать еще одну. Не хочу. Останемся в этих плюсах. Останемся на этих плюсах. Окей. Дед. Хотя бы так. Кодовое слово, ребят. Самое главное забыл сказать. Кодовое слово будет пшеница. Пшеница, кодовое слово для тех, кто участвует в розыгрыше. Ребята, всем до скорого. С вами был Блейд. Ну вот такой видосик по деду получился. В следующий раз будем что-то стараться ловить больше. Всем до скорого. Всем ББ. Всем фарта.